عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الاضطهاد على المسلمين والتعذيب لهم. Когда пророк алейхиссалям увидел вот эти гонения, которые чинили в отношении мусульман и мучения, которые им доставляли. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. Он приказал своим сподвижникам совершить переселение в Хабашу, то есть что-то называют Эфиопией. الهجرة إلى الحبشة على هجرتين على قسمين. На самом деле произошло два переселения, или два этапа переселения в Эфиопию. الهجرة الأولى ثم الثانية. Первая хиджра, первое переселение, второе переселение. نعم. لماذا يهاجر من مكة إلى الحبشة؟ Почему? Почему было совершено это переселение из Мекки? لأنهم ما استطاعوا أن يقيموا الدين الإسلامي شعار الدين في مكة. Потому что они не могли исповедовать свою религию, исполнять обряды своей религии в Мекке. وعذبوا ولحقهم الأذى من كفار مكة. Их мучили, их притесняли со стороны мекканцев и неверующих мекканцев, они испытывали притеснение. وكان بالحبشة ملك صالح لا يظلم الناس. В Эфиопии же был король, был царь, который не притеснял людей. نعم. بقوا هناك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتوه إلى المدينة. Часть подвижников оставались там в Эфиопии, жили в Эфиопии, пока пророк алейхиссалям не переселился в Медину, и потом они приехали в Медину. نعم. والله أعلم.